Вот. И поэтому и попасет народ на Израиль. То есть это царь, который заботится о своем народе и каждого своего царства Израиля, да, то есть в церкви, он спасает. Вот, от таких царей земли как почти не было. В самом деле, это цари, ну, правда, жестко, да, а какие-то вообще жестоко, очень жестоко, да. Поэтому Господь Он нас воспитывает любовью и спасает нас ему любовью своей, добротой своей. Хочет, чтобы мы такие были, ясно? Поэтому зрящие Бога суть израильтяне, хотя бы они происходили от язычников. То есть получается, что Израилем израильтян здесь называются все верующие в Христа люди. Когда Ива все это узнал, призвав своих ученых мужей, то тогда он и вложил к себе Бога. Да? Вторая глава, 7 стих. Тогда Ирод, Тай, призвал Алфы, и испытывавши от них